Такой улица Старозагора была в годы своего строительства. С тех пор прошло уже полвека. Когда я только сюда приехала, вот в 78 году, здесь вообще вот эти деревья только сажали все это. Сейчас уже все выросло. И вот на полу, на земле вот эти плиты уже успели разрушиться. И все же в памяти старожилов Старозагора осталась красивой улицей с высокими фонтанами, мозаикой и цветниками с болгарскими розами, которые, по словам главы города Олега Фурсова, могут вновь появиться на клумбах. Это одна из идей, как украсить бульвар после его реконструкции. Эскизы проекта сегодня оценили представители районных советов и горожане. Честно говоря, очень рада, что такая реконструкция затеивается, потому что, сами видите, детей много, да? То есть вот с малышами ходим, гуляем. Гулять вот здесь вообще нереально. Плиты стоят дыбом, коляски не проезжают, дети падают. Пожелание от всех этих местных жителей – площадка, чтобы детская тут была. Потому что где-то в этом районе, потому что здесь с детьми очень много ходят гулять. Потому что место хорошее. И вот та часть дороги прям превратили в проезжую часть. Вон оттуда уезжать, чтобы это так… обещали, что это вопрос решат. Действительно, проект должен решить сразу несколько проблем. Машинам оградят въезд на бульвар, для детей поставят площадку. Завершить первый этап реконструкции планируют к маю. К этому времени появится новая плитка, станет больше лавочек для отдыха. Мы надеемся, что улица вернет себе былое величие, былую красоту, былую славу. И у нас появится еще одна такая вот пешеходная зона, наряду с набережной, наряду с Ленинградской, наряду с юными пионерами. И особенно это актуально в связи с тем, что район промышленный, самый крупный район у нас. Здесь большее количество людей проживает, и люди заслужили жить в хороших, нормальных условиях. В районе появится новый символ. Кольцо на проспекте Кирова украсит монумент или арка. Его тема – дружба между городами-побратимами Самары и Старозагора. Она же в следующем году станет лейтмотивом многих образовательных проектов в школах города. Обновленный бульвар станет площадкой для празднования Дня Самарского Знамени, фестиваля «Дружба» в рамках Дня города. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.